И всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем охотиться на различных паранормальных существ в GTA 5. Сегодня, ребята, мне стало известно об одном очень интересном месте, в котором происходят различные паранормальные вещи. Сегодня, друзья, мы с вами, конечно же, отправимся на это место, чтобы наконец-таки узнать, что же там происходит. Ну и в самом начале этого ролика, ребята, я бы хотел напомнить вам о том, что данная рубрика по поиску паранормальных существ выходит только за счет ваших лайков. Поэтому, ребята, давайте прямо сейчас сделаем следующее. Вот если вы не хотите, чтобы этой ночью к вам пришел монстр и очень сильно вас напугал, то прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в течение 5 секунд. Я засекаю время. Раз, два, три, четыре. И 5. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что все успели, но кто не успел, я даю вам еще 5 секунд. Ну что ж, ребята, сегодня решил взять себе вот такой вот новенький транспорт. Да, он достаточно хорош, тем более на нем, как вы видите, установлен вот такой вот пулеметик, которым я в случае чего смогу воспользоваться. Поэтому именно эту машину я сегодня решил взять для своих, скажем так, поисков. Ну что ж, давайте будем потихонечку продвигаться. Ехать нам сейчас достаточно далеко. Так, я поставил метку немного не туда. Нам нужно сейчас будет выехать вот на эту дорогу. Так, ну да, ехать в принципе так. Потом сделаем вот такой вот небольшой кругляшок. И нам нужно будет выехать примерно вот в это место, ребятки. Где-то здесь находится заброшенный остров, на котором происходит какая-то непонятная чертовщина. То есть там постоянно происходят какие-то паранормальные вещи, о которых говорят уже многие. И я решил наконец-таки съездить туда, чтобы убедиться, что же там все-таки такое, ребята, у нас творится. Будем потихонечку ехать, потому что дорога нам предстоит, ребята, с вами уж очень-очень долгая. Так, а что у нас тут происходит? Так, стоп. Вау! Это что такое? Твою ж мать! Так, стоп. Ребят, вот капец я проехал тут маленько, вы посмотрите. Фух, блин, она так выскочила, я, честно говоря, перепугался. Окей. Так, ну она вроде как не такая страшная. Это кто у нас вообще такой? Это человек какой-то, психопат, что ли? Так, женщина. Господи, что у нее с лицом? Оу-оу-оу-оу, я понял, мадам. Отстаньте от меня, пожалуйста. Что это за чертовщина такая происходит? Да пошла нафиг отсюда. Так, получай вот так вот. Хорошо. Так, тут мертвая женщина. Господи, у нее течет кровь. Вы посмотрите, просто она, походу... Этот призрак, походу, убил ее. Так, отвали от меня. Куда ты исчез? Куда? Куда сейчас призрак? Что? Откуда крики? Откуда? А, вон она бежит. Так, пошла нафиг отсюда. Хорошо. Так, ребята, разворачиваемся на тачке. Быстро, быстро, быстро. Так, и сейчас вот таким вот образом останавливаемся вот здесь вот. И сейчас я буду по ней, ребята, фигачить. Просто буду фигачить из моего пулемета. Так, давай, 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 залази, залази. Франклин! Франклин! Так, я надеюсь... Он сядет за пулемет? Господи! Да как так-то? Сейчас... И как сейчас мне сесть в этот пулемет? И как мне это сделать? Она же сейчас к нам побежит уже. Она же сейчас побежит уже к нам. Давай, давай, Франклин! Он не хочет, ребят. Он просто не хочет. Ты посмотри. Пф, ну все, короче, мне просто кранты сейчас. Я не покатаюсь на этой тачке. Придется ехать вот таким вот образом. Вперед прямо на нее. Давай попробуем ее сбить, я хотел сказать. И что такое? Куда она исчезла опять? Так. Хорошо, ребят, вот это уже интересно. Вот это интересный призрак, который просто берет и исчезает. Наверное, даже это не призрак, это просто какая-то паранормальная тварь. Ну вот призраком назвать ее, конечно, не могу, потому что она непрозрачная. Как вы знаете, ребят, призраки прозрачные. Это просто берет и телепортируется куда-то. Так, окей. Сейчас мы выйдем из тачки, ребят. Интересное начало, однако, ребята. Интересное, очень интересное начало, потому что редко такое бывает, что в самом начале ролика у нас уже с вами начинается вот такая вот жесть. Так, вон она бежит. Получай, вот так, хорошо, блин, зря я эту точку взял, не могу сесть за пулемет. Не знаю, ребят, с чем связано, придется вот так вот отстреливаться, короче. Так, сейчас будем, ребята, ее убивать, будем быстро ее, так, высаживать. Отбегаем, 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 блин, бегает она очень быстро. Так, оп. Твою ж мать, вот она бежит, хорошо. Она исчезает постоянно. Куда ты от нас исчезаешь, а? Призрак. Сраный призрак. Сейчас мы тебя, короче, вот таким вот образом. Хотя нет, я опять же говорю, это не призрак, ребята. Это больше похоже на какого-то монстрика, фантом какой-то, да? Сейчас мы, короче, его быстро убьем. Вот таким вот образом. Господи, что ж она такая бессмертная-то? Она такая стрёмная еще. Вы видели это лицо, ребят? Давайте я подпущу ее поближе, чтобы вы посмотрели. Вот оно, это лицо! О, отойди от меня, блин!
Просто бледное лицо, как будто маска какая-то надета. И все туловище, ребята, просто оно, я не знаю, оно в кровище не только из-за наших выстрелов, оно до этого все было в кровище. Вы видите, да, вот эти вот куски оторванной кожи или чего-то еще, это ж просто жесть какая-то. Так, сейчас мы тебя быстренько достреляем. Но я думаю, что, ребят, мы ее с вами сможем убить, потому что, ну, конечно, она не бессмертная, да, само собой. Воу! Что? Твою мать, что ж это было такое? Она умерла, нет? Ты погибла? Все, ребят, она погибла. Она сгорела просто. Ох, а почему тут появился огонь? Неужели сейчас будет огонь везде здесь появляться? Так. Это... Ребята, это очень странно. Ну ладно, давайте, короче, садиться обратно в нашу тачку. Я маленько расстроился, что я не могу сесть за пулемет, конечно же. Но фиксим, как говорится. Сейчас будем кататься вот таким вот образом. Мы с вами с ней расправились. А, точно, точно, точно. Я забыл сделать еще, ребятки, одну вещь. Еще одну важную вещь. Поскольку здесь мертвый человек, сейчас мы с вами сделаем вот таким вот образом. Так, полицию надо вызвать. Я надеюсь, я ее смогу найти. Вот, служба спасения. Так, давай сейчас быстренько позвоним, вызовем всех, чтобы они сюда приехали. И, в общем-то, забрали труп. Если что, надеюсь, они, ну да, должны будут найти эту женщину, которая у нас гореть начала. Ну, я имею в виду фантома этого. Они ее найдут и наверняка поймут, в чем дело. А я тем временем, ребята, буду отсюда сваливать, потому что место крайне неприятное, хочу вам сказать. Да и чертовщина здесь происходит еще та. Копы уже едут, ребят, копы уже едут, поэтому все у нас хорошо. Поехали, в общем-то, на наше главное сегодняшнее место, ребята, куда и планировал, собственно, приехать. Это заброшенный остров, как я уже сказал, на котором сейчас происходит какая-то непонятная чертовщина. Вообще, вы знаете, друзья, как раз-таки всякая паранормальная активность, она заражается в таких заброшенных местах, где не часто встретишь людей, вот как раз-таки. Вот вы заметили, что вот даже то место, где только что мы сами убивали этого фантома, оно ведь не такое людное, в том плане, что там люди ходят не очень часто. Там заброшенное болото, да, там, ребята, есть дорога, но как раз-таки на этой дороге никто не останавливается. Она просто так, она просто открытая сквозная дорога, по которой ездят люди, но там не останавливаются. А вот этот призрак, ребята, или этот фантом, ну будем хоть как ее называть, ладно, фиксим, как говорится. Он просто подобрал жертву. То есть девушка, у нее, походу, сломалась машина, она вышла к этой табличке, чтобы позвонить, не знаю, там, в какую-нибудь службу, и в итоге этот фантом просто на нее напал и убил. Ну что, ребята, я уже подъезжаю к этому месту. Вот этот остров небольшой, как вы видите. Да, я думаю, что вы все заметили, что там есть вот такой вот небольшой домик. В общем-то, совсем недавно, если рассказывать, в общем, там историю вот насчет этого острова, к этому острову из любопытности решили приплыть несколько человек. Если что, ребята, это были обычные дети. Им просто стало интересно, что же такое там находится, что же это за такой дом и почему он, в общем-то, нежилой. Хотя до этого жители этого дома покинули данный, само собой, дом из-за того, что там происходили как раз-таки какие-то странные вещи. То ли полтергейст, то ли что-то в этом роде. Короче, дом был просто заброшен. В конце концов, ребят, когда эти дети приплыли на этот остров, их просто больше никто не видел. То есть дети пропали. Утонули они или нет, это, ребят, неизвестно. Но, как вы понимаете, поскольку я сейчас охочусь на паранормальных существ, у меня прежде всего стоит версия о том, что здесь что-то может все-таки находиться. Потому что не зря про этот дом говорили, что тут есть какие-то полтергейсты и что-то в этом роде. Я, ребята, точно уверен, что здесь можно что-то интересненькое отыскать. Даже если мы не встретим никакого монстра, то какие-то, возможно, странные вещи все-таки здесь будут мною обнаружены. Так, возьмем сразу же в руки фонарик, для того, чтобы осматривать всю территорию. Сейчас пробежим. Я пока не буду суваться прямиком к самому дому, потому что мне интересно будет пробежаться вот здесь вот все оглядеть, посмотреть. Так, ну, тут никого нет. Были уже случаи, когда у нас на деревьях сидели... Ох, твою мать! Пошел нахрен! Ох ты! Ох, блин, ребят, я ничего не буду говорить. Я... Что здесь за звуки? Блин, твою мать, я... Ох, твою... Так, можно мне на дом залезть? Все, Франклин, залезь на дом и сиди здесь нахрен. Просто сиди. Вы слышите эти звуки? Ребят. Господи. Господи. Что здесь творится? По сей день, ребята, вот это уже реально ненормально. Что за плач? Это женщины плачут. Да? И ребенок, по-моему. Так, пошел нахрен отсюда.
Сраный непонятный монстр. Это что такое? Я его убил, ребята. Причем убил очень быстро. Он меня напугал больше. Так, ох, твою дивизию. Он оказался менее сильным, чем предыдущий фантом. Ну да, ребята, вы смотрите-ка, господи. Господи, что ж это такое-то? Это какой-то парень, молодой парень. С лицом какого-то... То ли клоуна, то ли чего. Ребят, ну это монстр, потому что он выдержал столько выстрелов. Плюс он выстрелил из дробовика. А броника у него нету. Ой-ой-ой, вы посмотрите на это. Господи, что здесь творилось-то вообще? Дверь. Вы послушайте, что за дверью происходит? Я не могу дверь открыть, ребята, сейчас сразу же говорю. То есть я просто не могу туда зайти. А если в доме... О, господи, там женщины стоят! Так, ладно. Они плачут. Я понял. Ну, по звукам вообще, ребят, просто как будто и дети плачут, и женщины. Это ж вообще жесть. Вы это, наверное, слышите, да, сейчас? Я надеюсь, во всяком случае. Господи, вот это, это уже просто какая-то жесть. Вы посмотрите, что этот сраный монстр сделал с людьми. Он эту женщину, у нее сколько ножевых ранений, мне интересно. Раз, два, три, четыре, с той стороны еще. Так, пять. Господи, ребят, ну это просто жесть. Пять ножевых ранений, начитал только у нее на спине и там на руках, все, что видно было. А вот это здесь, это расчлененка, ребята, но это, конечно, полная жесть. Братан, ты меня напугал очень сильно, я признаюсь. За последнее время в своих роликах я не боялся так очень давно. Это был просто жуткий скример, который меня поразил. Признаюсь, ребята, да. Но все-таки мододелы умеют делать моды. Красавчики, во всяком случае, страшные. Ладно, друзья. Ну что ж, я надеюсь, что данный ролик вам понравился. Я надеюсь, что вы хотите увидеть продолжение данной рубрики, чтобы я продолжал искать различных паранормальных существ. Не забывайте о том, что нужно поставить под этим роликом лайкос, ребята, обязательно. Вот просто, друзья, если вы хотите поскорее увидеть эту рубрику, то давайте быстренько все вместе ставим лайки. Ну и ожидаем новый ролик, друзья. Я постараюсь сделать его как можно быстрее. Ну что ж, самое время проваливать с этого острова. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах, в следующих летсплеях. До скорых встреч.